Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Слава Иисусу Христу! Во веки веков! Аминь! Дорогие братья и сестры во Христе, приветствую вас в нашей общине Божьего милосердия. Я с вами отец Якуб. Начинаем нашу сегодняшнюю мессу песни «Восток оделся пурпуром» номер 141. 141. «Восток оделся пурпуром». Восток оделся пурпуром, хвала звучит на небесах, земля в восторге, слава словит, трепещет преисподняя. Сегодня царь преславнейший, мощь лютой смерти сокрушив, поправ ногами силы ада, нас от цепей освободи. Его гроб камнем завалив, усердно воин охранял, но он в отшествием прекрасным грядет, и смерть побеждена. И преисподней скованным, ослабленным и страждущим, то, что воскрес Господь наш славный, сияя ангел, возвестим. Теля Отца Господи, пасхальной души радостью, и нас, рожденный благодатью, к триумфу жизни приведи. О Иисус вечный! Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа да будет со всеми вами. И со Духом Твоим, дорогие мои, понедельник, четвертой недели Пасхи. Размышляем в эти дни о Иисусе, добрым пастыре, тот, который является, и как мы слушаем, двором для овец и дверью. И как-то все связано у нас в эти дни с Иисусом, который, ну что ж, занимается, любит, сохраняет и ведет нас, своих учеников, в свою паству. И просим смиренно на эти дни, правда, о новые святые призвания для служения в церкви, чтобы были молодые люди, которые по образу доброго пастыря будут пасти нас. Церковь так построена на добром пастыре, который постоянно действует в своих пастырях. И также сегодня, в связи с тем, что это 9 мая, будем просить Бога, но за всех тех, которые погибли во время последней войны, которые отдали свою жизнь, защиту, которые участвовали в этой победе 77 лет тому назад. И одновременно будем молиться о том, чтобы человечество как-то, этот урок, который получило тогда, оно не забыло, и чтобы всегда на первом плане было то, что нам Иисус говорил. И то, о чем и христианские наши ценности. Будем проситься о прекращении всех этих военных действий, но в Украине, о мирном, но жизни и соседстве всех наших стран. Просим также, чтобы Господь защитил нас от всего того, что пытается разделить, разъединить и нас, нашу общину, и людей между нами, и между народами. Мы можем быть уверены, что тот, который разделяет, кто вносит это точно не Бог.
Попросим в начале этой мессы прощения за наши грехи, а служится она за усопшую Наталью. Просим, Господи, дай ей радость жизни вечной. Просим также во всех наших интенциях, дай, Господи, нам глубокую веру, укрепи нас на пути нашей жизни. Исповедую перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог, и, простив нам грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Помолимся. Боже, совершенный свет блаженных, Ты сподобил нас на земле праздновать пасхальные тайны. Молим Тебя, дозволь нам вечности радоваться полноте Твоей благодати. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение Деяний святых апостолов. В те дни услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «В городе Яппия я молился, и в исступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, присмыкающихся, и птиц небесных. И услышал я голос, говоривший мне: «Встань, Петр, закали и ешь». Я же сказал: «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланный из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, ничуть не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела, который стал и сказал ему: «Пошли в Йопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь твой дом». Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Слово Божие. Благодарение Богу. «Жаждет душа моя к Богу живому». Жаждет душа моя к Богу живому, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к
Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу живому, жаждет душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Жаждет душа моя к Богу живому, пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. Жаждет душа моя к Богу живому, и подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Жаждет душа моя к Богу живому. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я есть мой пастырь добрый, говорит Господь, и знаю овец моих, и мои знают меня. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь с вами и со Духом Твоим. Чтение Святого Евангелия от Иоанна. Слава Тебе, Господи! В то время Иисус сказал фарисеям: «Истинно, истинно говорю вам, кто не к дверью входит во двор овчий, но перелазит через ограду, тот вор и разбойник. А входящий дверью ест пастырь овца. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ними идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто входит мною. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Слово Господне! Слава Тебе, Христе! Дорогие мои, читаем перед нашими глазами сегодня есть... Но вот та тематика, которая связана с пастырством. Иисус возвращается к этому представлению. Вчера мы слышали во время Евангелия воскресного сегодня. Вот тоже с той же самой 10 главы от Евангелия от Иоанна слышим подождествление Иисуса с добрым пастырем. Интересно, откуда Иисус это взял? Ну, можно себе сказать, корни того где-то, да, появляются уже в Ветхом Завете, сам Бог считал себя, но пастырем, помним известнейший псалм 22, вот где «Я твой пастырь, я пастырь добрый, представлен, который водит, который ведет». Это то, что в самых писаниях, ну и сам опыт исторический народа подсказывал, что и так понимал этот народ, он, который раньше был как-то переходящий, двигающийся, кочевничий такой, тоже понимал прекрасно, что его жизнь, ну, протекает в некотором движении, и что есть кто-то, кто им занимается. И эти воспоминания из пустыни, и потом воспоминания избранного народа уже в обетованной земле, где-то очень часто возвращались к чему, к этому представлению: «Бог пастырь, а мы паства его овцы».
Ну, это с истории, правда. Ну, так, можно сказать, с опыта жизни, может быть, Иисус, ну, вспомнить не мог вспоминать. Но, может быть, Мария, Иосиф ему рассказывали, что первыми, которые пришли как-то, чтобы поздравить его, принять как-то, принести свои дары, это были как раз пастушки, где-то символы этого. Может быть, и это как-то привело Иисуса к этой форме. Ну, так или иначе, значение весьма глубокое, может быть, до конца нам недоступное, потому что пасторством навряд ли кто-то занимается, а если кто-то является каким-то директором того и другого, такой фермы или хозяйства какого-то большого, навряд ли это есть такая связь. Но самое главное, принципиальное, знаете, в этих представлениях, которых мы видим, что я начал с этого, что здесь есть в множестве числе, есть овцы, есть паства, есть группа, не одна. Одну будет Иисус искать, но так на самом деле занимается некой паствой. Значит, их много, если какое-то стадо, и в одиночку нету, есть просто все вместе. Иисус для них является и двор, и мы слышим сегодня дверь, точно так же, как пастырь, вся эта тематика связана с одной и той вещью. И все для того, чтобы через этот образ показать уникальный, единственный и неповторимую, уникальную, неповторимую, единственную связь, которая связывает того, кто является, ну, пастырем, с овцами, то есть Иисуса с этим стадом. Если в других Евангелиях представлена эта идея при помощи понятия Царства Божьего, Бог царствует, Иисус, помним, в синоптических Евангелиях, там в Евангелии от Матфея, ну, постоянно в притчах говорит там о Царстве Божьем, вот это. Тут в Евангелии от Иоанна та же самая идея этого единства, этого царствования Бога представлена через Иисуса, доброго пастыря, который, мы тут видим, занимается разными вещами по отношению к своей пастве. Но самое главное здесь есть, конечно, то, что он знает их по имени. По имени, значит, не овца сама себе называет, надо нам так сказать. Это имя Иисус сам дал каждой из них. Так есть, что у нас, когда четвероноги появляются, питомцы, мы называем их и как-то привыкаем, что это их имя. Вот они так называются, вот так мы их назвали, потому что так нам понравилось. И через это название очень часто тоже как-то появляется наше понимание этого животного и даже какая-то симпатия. Ну, по аналогии далекой, конечно, можем себе представить, Господь нас называет по имени. Наше это стадо, которое создаем, невероятно, столько миллионов, миллиардов людей. И каждого знает по имени. Мало того, так каждого придумал отдельное имя. А что значит придумал отдельное имя? Отдельную идентичность, отдельную миссию, отдельное посланничество. Невероятный этот пастырь, что вот так себе это, не называет их одна первая, номер один, номер два, номер 55. Это не ИНН, которые где-то надаются. Нет, это есть имя, которое определяет идентичность. Радуемся, потому что это стадо, которое мы создаем, наша община, наша церковь. Мы такое стадо, и Бог знает нас по имени. И это имя определяет нас самих. И одновременно чувствуем, что когда он, единственный, этот добрый пастырь, это имя произносит, то это нас касается уникальным образом. Он знает нас, и мы этот голос знаем, и знаем этот неповторимый звук голоса, правда, которым Иисус это отражает. Очень, очень мягкий, очень симпатичный, очень такой ответственный, очень такой свой. Бог знает нас, дорогие, и создаем, хотя кажется нам, что нас множество, и кого-то позабыл, кто-то пропал, кто-то погиб, что, может быть, кого-то позабыл. Нет, добрый пастырь помнит каждого из нас, каждого из нас по имени. Это есть его божественная миссия, это его божественная сущность, которая в состоянии это сделать. Он занимается, мы тут читаем, он, этот добрый пастырь, не перелазит через ограду, как делает этот вор, разбойник, а входит через дверь. Ему отворяя, овцы слушают голоса, он зовет своих овец и их выводит. Он стучится в дверь, чтобы ему открыть. Прекрасный образ. Тоже люблю этот, потому что здесь добрый пастырь, который не пользуется насилием, чтобы ворваться в это стадо, в общину и в наши сердца.
Он стучится в дверь, он хочет, чтобы ему открыть акт свободы, акт воли человека, и, который приоткрывает свою жизнь на присутствие, на это согласие. То, что опять в Евангелиях синоптических говорим, Царство Божие начинается в жизни человека, когда он находит это сокровище и начинает все продает, чтобы сокровище принять. Помните эти притчи, наверное, все прекрасно. Это семя, которое мы как почва, земля принимаем, пришел принести плод. Тут этот образ принятия того же Иисуса по-другому. Это дверь, которую мы должны приоткрыть, чтобы он вошел в нас, чтобы мы были видны, как сокровище невероятное. Очень межличностные отношения. Овцы, которые принимают, которые открывают, которые знают, что все, которые попытаются войти в твою жизнь через забор, через насилие, через манипуляцию, переодеваясь за твоего пастыря, это не добрые пастыри, это воры. Дорогие, так есть, живем в мире, в котором насыщены не только, в котором присутствует добрый пастырь, но есть очень многие те, которые пытаются завоевать наши души. Чем? Ну, всякими разными вещами. Перелазят через забор, пытаются нас обмануть, сманипулировать. Ну что ж, льется ложь, и всякого рода вот подводятся разные вещи и пытаются нас скармливать вот разными вещами. Надо быть внимательным, потому что только тот нас защищает, только тот дает нам истину, только тот дает нам комфорт, тот, который насильно, насильно не лезет в нашу жизнь. Кто каким-либо другим путем это делает, это вор, это разбойник. Бог никогда не сделает, не уничтожит нас, насильно не будет нас действовать. Читаем дальше. Он приходит, он нас выводит, мы за ним идем. Прекраснейшие образы, которые можно... За чужим мы не идем, идем, бежим от него, потому что не знаем его голоса, но идем за этим. Зачем нас выводит? Чтобы выводит их, чтобы выйти на просторы, на пространство. Выйти, значит, воспользоваться полнотой радости, я бы сказал, этого овчьего, овчьей жизни, радости пастбища, свежей травы, зелени, то есть того, чем человек, чем овцы питаются. Добрый пастырь нас выводит из этого помещения, в котором мы находимся, этого состояния, в котором мы находимся, из этой, может быть, темноты, из этой узкого достаточно, может быть, помещения. И выводит нас на просторы, на пространство, на свет. Там, где есть, да, символика того, куда нас ведет Господь. К полноте нашего человечества, к свободе, к радости, к жизни, к тому, чтобы мы пользовались всем тем, что у нас есть, но с логикой тех, которые отвечают за что есть. Чтобы мы слушали Его голос, то есть шли по тем путям, и только по тем путям, по которым Он сначала шел. Столько дорог у нас в жизни, столько возможностей, как тяжко иногда выбирать. Иисус нам показывает, прокладывает путь. Потом еще огромный, насыщенный этот текст, видите, всякими разными символиками. Надо было бы читать и читать его. Еще один. «Я дверь овцам, все, сколько их не приходило предо мною, сюди воры, разбойники, но овцы не послушают. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Интересное. Сначала Иисус входит в нас, где-то в нашу жизнь, а потом является дверью для нас. Дверь – это нечто, что является чем, что разделяет, мы так надо сказать, и объединяет одновременно. Дверь разделяет и объединяет. Иисус является такой живой дверью, через которую мы входим в божественную жизнь. И то, что Он обещает, то Он дает. Он дает надежду. Говорит, пройди через Меня, и тогда увидишь то счастье, ту свободу, ту полноту жизни, которую Я хочу тебе дать. Может, пытаешься найти какие-то другие калитки, другие двери, другие возможности, там ничего хорошего не найдешь. Только тот, который через Меня идет в жизни, через Меня идет к Отцу, через Меня все делает, тот на самом деле дойдет счастье и дойдет до полноты того призвания, которое в Его имени содержится, имени и призвания, которое Сам добрый пастырь есть. Дорогие, может быть, сегодня найдем немножко времени, чтобы себе так представить, а может быть, даже посмотреть. Может быть, иногда, я так смотрю в интернете, слезные картинки этого доброго пастыря. Ну как, с другой стороны, не нравятся? Потому что они отражают ту тайну, которая действительно очень близка нашей христианской вере. Иисус – добрый пастырь во всех характеристиках.
а мы его паства, без которой не можем никогда достичь счастья. Слушаем, питаемся, идем за ним, радуемся именем, которым он нам дал. Выходим через него. Единственный наш спаситель и посредник. Он, который дает нам полноту счастья. Аминь. Братья и сестры, Господь явился Марии Магдалине, повелел идти и возвестить свою победу над смертью. Исповедуем Христово воскресение, смиренно просим. Христе, услышь нас. Господи, Церковь родилась из Твоего пронзенного копьем ребра. Сохрани в вере, единстве и любви Твоей всех христиан. Христе, услышь нас. Господи, Ты свет мира, спасение всех людей. Зажги в верующих огонь Духа Святого. Христе, услышь нас. Господи, Мария Магдалина первая возвестила о Твоем воскресении. Исполни сердца наших жен, дев апостольским пылом. Христе, услышь нас. Господи, учивший Никодима о крещении водой и Духом Святым, дай нам всегда быть верными благодати Святого Крещения. Христе, услышь нас. Просим о мире и примирении для всего мира. Просим, о, Господи, прими эту жертву всех тех, которые погибли во время Второй мировой войны. И просим, сохрани нас от всякого зла и несчастья. Христе, услышь нас. Добрый пастырь, призови к своему служению в церкви новых молодых людей, готовых отдать свою жизнь ради Тебя, ради Твоей паствы. Сделай их образом, верным инструментом, орудием Твоего милосердия. Христе, услышь нас. Просим о счастье вечном для Натальи. Господи, прими ее в свое светлое царство, утеши ее близких и родных. Христе, услышь нас. Господи, Ты заверил своих учеников, что будешь с ними до скончания века. Будь с нами сегодня и всегда. Ты живущий, царствующий во веки веков. Аминь. Благословен Ты, Господи, Боже Вселенной, ибо по щедрости Твоей Ты дал нам хлеб, плод земли и прудов человеческих, и мы приносим его Тебе, чтобы он стал для нас хлебом жизни. Благословен Бог вовеки. Через эту тайну воды и вина да приобщимся к Божеству Того, кто ради нас стал человеком. Благословен Ты, Господи, Боже Вселенной, ибо по щедрости Твоей Ты дал нам вино, плод лозы и трудов человеческих, и мы приносим его Тебе, чтобы оно стало для нас питьем духовным. Благословен Бог вовеки. Прими нас, Господи, стоящий пред Тобой со смиренным духом, сокрушенным сердцем. Да будет эта жертва наша угодна перед Тобой, Господи, Боже наш. Мой меня, Господи, от беззакония моего, от греха моего. Очисти меня. Братья и сестры, молитесь, дабы наша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь эту жертву из рук Твоих во хвалу и славу имени Своего ради блага нашего всей Церкви Своей Святой. Прими, Господи, дар ликующей Церкви, Ты ниспослал источник великой радости, даруй также плоды вечного торжества через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами. И со Духом Твоим. Вознесем сердце, возносим ко Господу. Возблагодарим Господа, Бога нашего, достойно это и правильно. Воистину достойно и праведно, должно и спасительно Тебя, Господи, всегда исповедовать, но особенно восхвалять Тебя в это время, когда заклан за нас Христос, Пасха наша. Он не перестает приносить Себя в жертву за нас, ходатайствуя за нас пред Тобой, своим вечным заступничеством. Принесенный в жертву он не умирает, преданный смерти живет вечно. Поэтому, когда мир наполняется пасхальной радостью, ликует вся земля, и небесные силы, и ангельские воинства, пей славы Твоей воспевают, непрестанно взывая. Свят, 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 Господь Бог Саваоф, полны небеса и земля славы Твоей, Машан, Асанна Вышних, благословен грядущий во имя Господне, Асанна Вышних. Воистину свят Ты, Господи, источник всякой святости, поэтому просим Тебя, освяти эти дары излением Духа Твоего, чтобы они стали для нас
телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он, добровольно предавая себя на страдания, взял хлеб. Тебе, вознося благодарение, преломил и подал его ученикам своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано». Подобным образом после вечери, взяв чашу и вновь вознося тебе благодарение, он подал ее ученикам своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне». Велика тайна веры, смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Итак, вспоминая смерть и воскресение Его, Тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения, и благодарим Тебя, ибо Ты удостоен стоять пред Тобою, служить Тебе. Смиренно намолим, чтобы, причащаясь тела и крови Христа, мы были собраны Святым Духом воедино. Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространенной по всей земле. Сделай ее совершенной в любви вместе с Папой нашим Франциском, епископом нашим Павлом, вспомогательным епископом Николаем и всем духовенством. Помни, Господи, слугу Твою Наталью, которую Ты призвал к себе из этого мира. Дай же ей, уподобившийся Сыну Твоему в смерти, уподобиться Христу и в воскресенье. Помни также братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, и всех почивших в Твоем милосердии. Прими их в свято лица Твоего, всех нас помилуй, и удостой нас участия в вечной жизни вместе с Пресвятой Богородицей, Девой Марией, с блаженным Иосифом и Обручником, со святыми апостолами и всеми святыми от века Тебе угодившими, чтобы с ними восхвалять и прославлять Тебя через Сына Твоего Иисуса Христа. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Мы называем себя детьми Божьими и воистину ими являемся, поэтому с благодарностью дерзаем взывать: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас, Господи, от всякого зла. Даруй милости во мир, во дни наши, чтобы силой милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Господи Иисусе Христе, в день Твоего воскресения Ты приветствовал учеников Своих словами: «Мир вам, просим Тебя, не взирай на наши грехи, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умерить и объединить ее, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Мир Господа нашего да будет всегда с вами и со Духом Твоим. Приветствуйте друг друга с миром и любовью. Мир всем вам». Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, даруй нам мир. Причащение тела крови Твоей, Господи Иисусе Христе, да не будет нам суде осуждения, но приносит нам достичь. Вот Иисус Христос, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженны званые на вечерю Агнца. Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой.
Но скажи только слово, исцелится душа моя. Встал Иисус посреди своих учеников и говорит им: «Мир вам! Аллилуйя!» Твоим стопам, о мой Иисус, я преподаю, приношу Тебе раскаяние своего сокрушенного сердца, погруженного в собственное ничтожество и в Твое святое присутствие. Поклоняюсь Тебе в таинстве Твоей любви, желаю принять Тебя в бедной обители, какую предлагает Тебе мое сердце. В ожидании блаженного момента, когда я приму Тебя в святом причастии, желаю получить Тебя в духе. Приди ко мне, мой Иисусе, чтобы я смог прийти к Тебе. Да воспламенит Твоя любовь все мое существо в жизни и в смерти. Верую в Тебя, надеюсь на Тебя, люблю Тебя. Аминь. Споем вместе «Колени преклоните» 227. Колени преклоните с трепетом сердечным, молитву сотворите перед Богом верным. Звучите гимны с неба, миру возвестите, пришел под видом хлеба дивный наш Спаситель. Колени преклоните, миру возвестите, пришел под видом хлеба дивный наш Спаситель. Помолимся. Господи, обрати свой милостивый взор на народ Твой и удостоенных обновления в вечных тайнах приведи к нетленной славе воскресения через Христа Господа нашего. Аминь. Дорогие мои, всем вам большое спасибо за совместную молитву. Также 24 часа в интенсиве мира примирения, самым образом, в общем, об окончании кровопролития в Украине. Приносим также нашу молитву сегодня за тех, которые погибли во время войны последней. Обнимаем молитвами и просим, Господи, да пусть это будет для нас урок и ответственности за то, что вокруг нас происходит. Завтра встречаемся в 3 часа дня в Инчике Розари и вечером в 6 часов Святая Месса. Перед нами Иисус Добрый Пастырь. Обязательно сегодня надо было бы еще раз прочитать этот текст и послушать и почувствовать себя как одна из овец этого стада, почувствовать, как Господь нас называет своими, какую миссию нам дает, как нас выводит, как стучится в наше сердце. Очень глубокое, а с другой стороны человеческое представление, в которое очень легко можно пользоваться для собственных размышлений и медитации, так чтобы почувствовать взгляд, заботу, любовь и милосердие доброго пастыря, который свою жизнь отдал за овец. Такого не бывает. Господь с вами и со Духом Твоим. Да благословит вас всемогущий Бог Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Идите в мире Христовом. Благодарение Богу.
и споем вместе «Май месяц, святая дева» номер 268. Святая дева, к тебе взываем, к тебе с мольбою мы прибегаем. Будь милосердна, нам сострадая, моя грешных, мать пресвятая. Тобой рожденный мира спаситель, надежда наша, наш искупитель, к познанию сына всех привлекая, веди к спасению, мать пресвятая. Ты у распятия скорбно стояла, в час смерти сына не покидала. В дни испытаний нам помогая, не оставляй нас, мать пресвятая. В небесном царстве в дивном сиянии ты нам защита и упование, от вражьих козней нас ограждая, веди нас к Богу, мать пресвятая.